Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уже 3 января 2022 год. Буквально перед Новым годом, перед католическим Рождеством, получила из Европочты снова два пиона. Пришли они поздно, пораньше я их не смогла посадить. И вот только сегодня я их буду сажать. Приобрела грунт фаска цветочный. И вот в такие горшки от петунии буду их сажать. На полчаса замочила в Максиме, обсыпала золой. И сейчас нахожусь в предбаннике, топлю свою баню, обсыпала их золой. Ну и на уровень такой, чтобы почки находились не ниже, чем 5 сантиметров, 3-5 сантиметра. Два сорта у меня тут Salmon Dream. Это такая красивая коралловая ромашка большая. Гибрид травянистые пионы, межвидовые гибриды это. И еще Эльза Сас. Почему я вам показываю, что они в предбаннике? Тут у меня температура где-то постоянная от 2 до 5 градусов. Я вот вам сейчас показываю крупнолистную гортензию. Смотрите, на ней спящие почки. Она не просыпается. Вот тут зелененькая, это они так были еще с осени. На конце тут была цветущая почка, было соцветие. Вот так они, все почки тут спящие. Не просыпается моя гортензия, поэтому будет очень хорошая температура для укоренения этих пионов. На улице сейчас у меня нет возможности их посадить, но это какое-то уже экстремальное. Был бы вид посадки моих пионов, поэтому они у меня будут находиться вот в этом предбаннике. Тут у меня плитка, пол внизу температура еще пониже. Даже я топлю баню, вот видно, что я топлю баню свою, но плитка холодная, температура где-то на уровне полтора метра, висит у меня градусник. Показывает сейчас 10 градусов. Но это в день, когда топишь. Внизу тут такой температуры нету. Вот. Еще у меня у Salmon Dream. Посмотрите, 4 таких обломка корня. Эти корни тоже. У некоторых сортов очень хорошо почки дают. Спящие почки где-то есть. И они будут в земле. Проснутся и будут почки. Засыплю грунтом. Сейчас у нас оттепель, вообще гололед, такая гололедица. И нет возможности их снегом. Я думаю, засыплю грунтом и не буду поливать, а просто снег сверху засыплю снегом, чтобы вот, ну, как-то пропитывалось и более охлаждался мой вот этот вот горшочки. Вот тут они будут стоять рано весной, когда снег сойдет и земля сможет копаться. Я свои вот эти пионы пересажу на постоянное место жительства. Вот что я поступлю с этими пионами. Буду вам показывать, как они будут развиваться при таком вот методе передержки. Потому что пришедшие в январе, думаю, или держать их где-то в холодильнике, или, в принципе, температура тут такая же, как в холодильнике. И они у меня будут в грунте. Грунт, ну, вот не мокрый, но влажный довольно-таки. Вот тут тоже обломок корешочка. Вот что хотела я вам сказать, дорогие друзья. Будем смотреть, на какой год они или когда зацветут мои вот эти красавцы. Это Salmon Dream и вот такой еще корешок Эльза Сас. Очень красивый кремовый такой оттенок у этого пиона.